Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя, и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать об одном методе анализа рынка, который лично я использую довольно-таки часто, но почему-то никогда об этом не рассказывал. Этот метод я называю интервальными скользящими средними, которые очень здорово помогают понять, где мы находимся на текущий момент, ну как бы в системе координат, что ли, на графиках. Причем этот метод может быть вам полезен вне зависимости от того, торгуете вы среднесрочно или вы интрадейщик. Ну и давайте, собственно, к сути. Суть заключается в следующем. Если мы, допустим, берем недельный график и на недельном графике разместим 52-ю скользящую среднюю по количеству недель в году, то мы очень четко можем увидеть, во-первых, среднюю цену за прошлый год того актива, на который мы смотрим, среднюю цену там позапрошлого года, среднюю цену текущего года нарастающим итогом. И действительно, если вы сейчас попробуете это сделать на своих графиках, вы обратите внимание, что вот эти вот уровни средних цен там прошлого года, текущего года, это очень важные ценовые уровни, на которые график очень часто опираются как на поддержку, либо как на сопротивление. Ну или, допустим, если мы берем часовики, на рынке Форекс, допустим, если вы торгуете валютными парами, в сутках 24 часа на часовом графике 24-я скользящая средняя показывает среднюю цену прошлого дня, позапрошлого дня, можно очень четко ее отследить, среднюю цену текущего дня нарастающим итогом и так далее. Ну, соответственно, если мы возьмем там 120-ю скользящую среднюю, то она нам уже покажет среднюю цену за неделю. И опять же, вот эти вот интервальные такие скользящие средние, как я их называю, они показывают ценовые уровни, на которые очень часто цена опирается как на поддержку и сопротивление. И бывает очень полезно посмотреть на них, чтобы понять, где мы находимся сейчас в системе координат относительно средних цен там, за сутки, за неделю, за месяц, за квартал, за год и так далее. Давайте сделаем сейчас следующим образом. Если это видео наберет 300 лайков, если я пойму, что действительно эта тема вам интересна, я не только в теории, но еще и на практике, на реальных графиках покажу, как это работает, как это выглядит и как это я использую, и что я вижу при помощи интервальных скользящих средних. Поэтому, если полезное и интересное видео было, интересна эта тема, обязательно ставьте лайк. 300 лайков и запишу вторую часть этого видео. А если впервые на нашем канале, то подписывайтесь на канал. Вопросы и комментарии пишите под этим видео. Ну а тем, кто делает репосты наших видео на своих страничках в соцсетях, друзья, вам отдельное спасибо. На этом все. С вами был Глеб Задоя. Успехов в торговле и до встречи в следующих видео. Пока.